Граната! Thank you.
Пожрать бы чего хорошего.
так ведь нет. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца во сне коней двинет, а то и просто крышей поедет. Но, говорят, если приспичит, спать сможет. На голову надо надеть шлем с сеткой из тонкой проволоки. И все обойдется. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Какие-то тугосъемники на них приделаны. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не разбирались тут в стае. Ни твари, ну, точно звери, ни шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться.
я маслину! Кореш, не шмаляй в меня! Не, не шмаляй! Не убивай, мужик, только не убивай! Мужик, не стреляй! Бля! Всем совести нету у этих. За неделю подошли копык. Thank you.
Шпаны! Гондурасы! Браток,
Помоги отбиться от уродов! На фашистские знаки! Ты сейчас сдохнешь, падла, понял? Сука, граната! Внимание! Пошла! Он приложил гада! Чтобы речки или лес рядом. И не родить.
Убивай, мужик, только не убивай! Бля! Yeah.
Thank you.